Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас мое новое стихотворение. Оно называется «Птичка Настя». Птичка Настя, давай полетаем между звездных скоплений огней. Мы с тобой друг друга не знаем, только души сияют сильней. Вспомни образы мира и света, красоты неземной чудеса. Воплощение миллионы одета, ты летишь сквозь поля и леса, сквозь созвездия. Дух проникает, проступает, как свет от ресниц. Пусть холодное сердце растает и услышит речь неба и птиц. Звездолеты выращивать сами, как деревья мы сможем опять жить столетия, болтая часами у реки, что теперь не унять. Счастье встречи судьбу повернуло, светлый путь, млечный путь впереди. Все вокруг на мгновенье заснуло и сказала мне вечность: «Войди!» И любовь вновь просила обняться, а потом между звезд полетать и с тобой в жизнях всех повстречаться и во всех ролях душу узнать. И неважно, кто ты и откуда, и зачем свели нас в этот миг, нам светло. Разве это не чудо? Дух к нему вновь идет напрямик. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Птичка Настя.